Привет, это Дарья Тарковска. Сегодня, как и обещала, мы будем подводить итоги моего первого конкурса Giveaway. Он длился целую неделю, и поучаствовать в нем могли все желающие. Напомню, что в конкурсе разыгрывались наручные часы от фирмы ZIS и часовая скайп-консультация. Фух, честно говоря, я даже немножко волнуюсь, потому что совсем скоро мы ведь узнаем победителей конкурса. Подвести итоги мне поможет сайт random.org. Во избежание всех вопросов говорю сразу. Это видео я записывала с одного дубля, поэтому нет тут никакого монтажа или чего-то подобного. Все честно. Итак, я посмотрела комментарии, которые вы оставляли под этим видео, и, честно говоря, некоторые из них мне пришлось удалить, просто потому что они не касались темы конкурса, либо просто дублировались. Таким образом, я определила, что в конкурсе участвует 14 человек, и мы видим соответствующее количество комментариев, их тоже 14. Теперь перейдем на сайт random.org. Сейчас в правой части экрана будет происходить настоящая магия, потому что random.org поможет сгенерировать случайное число, которое будет обозначать победителя. Первый победитель получит часы от ZIS. Говорю сразу, считать я буду сверху вниз. Итак, генерируем. Это номер 12. Считаем. Итак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходим на вторую страницу. 11, 12. Антон Любаренко. Вот, Антон, поздравляю, вы стали счастливым обладателем часов. По-моему, это просто замечательно. Давайте скорее выберем второго победителя, который получит скайп-консультацию. Делаем все аналогично, точно так же выбираем случайное число от 1 до 14. Генерируем, и это 9. Возвращаемся на нашу первую страницу и опять считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Маруся 519. Маруся, поздравляю. Буду очень рада с вами пообщаться по скайпу. И, в общем, поздравляю победителей. Это на самом деле очень здорово. Я напишу вам приватное сообщение на YouTube, и мы с вами договоримся, как вы сможете получить свои подарки, как мы с вами пообщаемся и так далее. Еще раз большое спасибо всем участникам и до новых гивэвэев!